Всем привет! По счастливой случайности мне досталась кулинарная книга с рецептами 1892 года. И мне стало очень интересно, чем же питались в России люди в прошлом веке. Поэтому я решила готовить блюда из этой книги, ну и заодно буду делиться рецептами приготовления с вами. В этом видео я расскажу, как в прошлом веке готовили треску, запеченную в молоке. Вот по этому рецепту я буду готовить. Для своего удобства я уполовинила норму продуктов и фунты перевела в килограммы. В одном фунте 454 грамма. Для данного рецепта я подготовила полкило трески, примерно 100 грамм сливочного масла, 1 стакан молока, 3 яйца, 7 небольших отварных картофелин и пару веточек зелени петрушки. Чтобы продукты выложить в форму для запекания, я порезала треску на небольшие порционные кусочки, а также порезала отварной картофель ломтиками и мелко порубила зелень петрушки. Все продукты подготовлены, осталось сделать молочную заливку. Для этого в миске я слегка взбиваю венчиком 3 яйца. Добавляю к ним сливочное масло. Для удобства масло сливочное должно быть размягченным. У меня оно недостаточно подтаяло, поэтому образовались небольшие комочки. Но страшного в этом ничего нет, так как в духовке они растают. Ну и в последнюю очередь в миску я выливаю стакан молока. Все хорошенько перемешиваю. Ну вот, молочная заливка у меня готова. Теперь я буду все выкладывать в форму для запекания. Чтобы треска не прилипла ко дну, я смажу дно формы сливочным маслом. Равномерно выложу на нее порционные кусочки рыбы. Рыбку посолю. Затем со всех сторон обложу рыбу ломтиками отварного картофеля. Посыплю все это зеленью петрушки. И сверху равномерно залью молочной и яичной смесью. Снова посолю блюдо. И поставлю запекаться в нагретую до 200 градусов духовку примерно минут на 40. По истечении отведенного времени я достаю треску, запеченную в молоке, из духовки. Аромат от нее по всей кухне просто невозможно вкусный. Да и на вкус, как оказалось, она ничем не хуже. Мясо рыбы и картофель пропитались в молоке и стали очень нежными, а яйцо и сливочное масло очень удачно дополнили вкус. Приготовьте обязательно своим родным такое блюдо, и вы, и ваши родные будут в восторге от трески, запеченной в молоке. Приятного вам аппетита и до новых встреч! Если видео оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.